В связи с увеличением детского травматизма на дорогах сотрудниками ДПС Республики были проведены мероприятия по профилактике перевозок детей без специальных удерживающих устройств. С нарушителями ПДД сотрудники общались на месте. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. Число ДТП с участием детей в республике, к сожалению, не идет на спад. С начала года уже зафиксировано 44 случая, в которых 2 ребенка погибли и 45 получили травмы. За аналогичный период прошлого года эта цифра была почти в 2 раза меньше. И во многом эта печальная статистика связана не только с безграмотным вождением автолюбителей, но и с отсутствием специальных удерживающих устройств для детей. С 1 по 7 августа проходит у нас мероприятие, значит, ремень безопасности и автокресло, где, значит, инспекторами и сотрудниками ГИБДД у нас проводится, значит, определенная работа по профилактике, по выявлению правонарушений перевозящих детей без удерживающих устройств, а также не пристегнутыми ремнями безопасности. Жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения. Именно такой метод был выбран сотрудниками ДПС для повышения безопасности перевозок граждан на дорогах. При любом намеке на нарушение правил останавливали всех без исключения. Но дело обходилось не только выписанным штрафом. Стражи порядка в ходе разъяснительной беседы пытались довести до водителей, что лучше потратить деньги на кресло для детей, чем сожалеть об этом, когда будет уже поздно. В Кыргызстане многие люди, то есть участники дорожного движения, передвигаются на своих транспортах без сидящих устройств, без непристегнутым ремнем безопасности. Вот. Столько у нас было ДТП, то есть дорожно-транспортное происшествие по нашей республике Дагестан и по городу Махачкалы, это по вине наших водителей. Почему? Потому что они перевозят своих детей без специальных устройств и средств, то есть без автокреслов. Как заявляют сотрудники ДПС, практика показывает, что при ДТП в автомобилях, где использовались специальные удерживающие устройства, водители и пассажиры не получали серьезных травм. Вот недавно буквально у нас в республике было ДТП, где столкнулись автомашина «Калина» с RAV4. Естественно, в RAV4 все лица были пристегнуты ремнями безопасности. Тем более дети, малолетние дети. Ну, как показывает практика, в этой машине ни один человек, даже царапины не было. Легким испугом отделались. В преддверии начала учебного года инспекторы по пропаганде ДПС Республики намерены организовать профилактические мероприятия в общеобразовательных школах и детских садах, в рамках которых будут проводиться беседы и занятия с детьми и их родителями. Абдулла Алиев, Ибрагим Абдуллаев, телеканал ННТ, Махачкала.